Ирина Филиппова интересную вещь сказала. Я занимаюсь скандинавской ходьбой. Так, скандинавская ходьба. Я вам предложил казачий ход. Посмотрите. Ну вот и мы. Начинаем казачий ход. А вот и я. С казачьим ходом. Видео о казачьем ходе. Это гораздо лучше и, главное, эффективнее во всех отношениях. Посмотрите и используйте. Очищала полевую форму жизни 1,5 года по книге «Полное очищение организма». По моей книге. Были такие чудесные изменения. Я видела свою ауру золотистого цвета. И как очищались каналы. Дышала по 45 минут и более. И с удовольствием. Благодарю за советы и долгих-долгих лет творческой жизни. С уважением, Марина. Вот я хочу сказать, что очищение полевой формы жизни – такая процедура. Это очень важно. Вот на физическом уровне, допустим, важны следующие процедуры. Это очищение толстого кишечника и печени. Две такие ключевые процедуры, которые сразу же дают, знаете, такой взлет вверх, вы это явно чувствуете. А вот что касается работы с тонкими полями и телами, в которых имеются изменения, о которых абсолютно никто не подозревает, так что-то там слышали, это как раз вот это вот дыхание, очищающее полевую форму жизни. Я его так назвал. Значит, одни называют его холотропным дыханием, другие называют там ребёфингом, это все примерно это. Включайте музыку, которая бы вот эти эмоции вытягивала из вас. Я лично люблю включить залог Жан-Мишеля Джарре, чтобы он тут запел это, и начинает дышать. И вот это вот сочетание музыки, тревожности и дыхания позволяет обнаружить и вывести эти вот, будем говорить, закупорки в виде таких, как будто вам кол воткнули в тело. И их проработать, чтобы они распались. То есть, закупорка есть энергетическая, она как раз вот, потому что эфирное тело, оно образуется энергетическими потоками. Вот стоит эта пробка там, и все. И значит, то, что она обслуживает, функцию орган, он перестает работать нормально. И начинается проблема. А вы ее убрали. Все. Сразу начинается. Вы чувствуете, знаете, после дыхания расслабление. Вы чувствуете, сосуды расширили. Кровь спокойно течет. Вот, вот такое спокойное, такое равновешенное состояние с расслаблением, с какой-то даже ощущением благодати. Но этот человек, видите, даже ауру свою видел, прочее, прочее, прочее. У меня такого не было, лично я хочу сказать, но это не значит, у каждого у нас свое.